Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем читать новеллу «Антарес». И вернулась наша героиня после каникул в школу. Доброе утро, Марин Чан. С ней приехал Харухи, да. Вначале я удивилась, увидев Харухи в своей спальне. Затем события вчерашнего дня всплыли в памяти. Привет, Хару Чан, выспался? Да, ваша ванна как раз подходящего размера. Вот замечательно. Прости, что тебе пришлось там спать, но так было нужно, чтобы тебя не нашли в случае чего. В порядке, думаю, мне нужно было все хорошенько обдумать перед тем, как прятаться в чемодане. Да, определенно. Все равно я рад, что могу погостить здесь, пусть и недолго. Я тоже. А теперь мне нужно бежать в столовую, чтобы успеть позавтракать до начала уроков. Тебе, наверное, будет скучно сидеть заперти весь день, но ничего другого я предложить не могу. Не волнуйся, до встречи. Пока. Харухи остался в комнате, а я направилась в столовую. Возвращаться к старому распорядку после длительного отдыха всегда сложно, но почему-то на занятиях по телепатии в этот день было еще ужаснее, чем обычно. Все было настолько плохо, что учитель попросил меня остаться после урока для серьезного разговора. Казуоки-сан, ты не замечал изменений в своих способностях в последнее время? Ты вообще слышала мысли? Честно говоря, мысли других людей уже почти не беспокоят меня. В большой толпе они довольно громко звучат, но обычно я без проблем их игнорирую. Кажется, я стала слышать меньше мыслей, чем в самом начале. Это странно, Казуоки-сан. Я никогда не слышала ничего подобного. Только не говорите, что мои способности понемногу исчезают. Я бы сказал, что такое невозможно, но в твоем случае даже не знаю, что сказать. Очевидно, что твои способности слабеют. Но если я их потеряю, я вспомнила слова Люциана. Казуоки-сан, если твои способности пропадут, то, возможно, тебе сотрут память. Если ты потеряешь свои силы и вернешься в обычную школу, твои воспоминания по Антаресе могут стереть. Нет! Сенсей, как мне усилить свои способности? Есть теория, что стимуляция разума с помощью сложных задач усиливает способности, но это всего лишь теория. Если тебя это настолько беспокоит, можешь попробовать. Ладно, спасибо за помощь, сенсей. Я сомневалась, что проблему можно решить таким простым способом, но в моей ситуации нужно было хвататься за любую возможность. Если единственным способом усилить способности было дополнительное домашнее задание, то я собиралась прилежно их делать. Кажется, что с каждым разом, как я выхожу из ментального класса, все становится хуже и хуже. Такими темпами скоро мои способности и в самом деле исчезнут. Меня с каждым днем это волновало все больше и больше. Я подошла к выходу из школы, но тут меня окликнули. Маринка-чан, Руиш, что-то случилось? Да, драка на крыше. Драка? Кто дерется? Рю-сама и Кай-сама. Они сегодня поругались, и учитель их разнял, но оказалось, что они договорились встретиться на крыше после занятий. Ты шутишь? Я переспросила, хотя по ее лицу и было понятно, что это правда. Маринка-чан, они же твои друзья, мне кажется, только ты сможешь их остановить. Что? Я? Руи, не перекладывай на меня такую ответственность. Пожалуйста, ты станешь героем, если спасешь Рю-сама. Не хочу я быть героем, двое парней дерутся. Какая девушка вообще может их остановить? Ну разве вы не друзья? Ну, я... Быстрее! Руи-ка перебила меня, схватила за руку и потащила по пустым коридорам. Я плелась за ней все четыре пролета, пока мы не вышли на крышу. Когда мы добрались туда, у меня ныли ноги и сбилось дыхание. Я вспомнила предыдущие стычки Рю с Каем и понимала, что это не шутки. Когда я в первый раз увидела их драку, Кай всерьез собирался убить Рю. Хотя в Антаресе дрались так же часто, как в любой старшей школе, я никогда не вмешивалась в драки. Я обычно отворачивалась или сбегала их, не желая видеть, как люди делают друг другу больно. А теперь мне нужно было остановить их. Я даже не представляла, как это сделать. Руи-ка открыла дверь на крыше, и мы увидели, что драка уже началась. Вокруг дерущихся собралась толпа учеников. Как много собралось людей. Хотя, если подумать, то это неудивительно, учитывая известность Кая и популярность Рю. И как нам подобраться к ним? Держись за мою руку, я попробую воспользоваться своей силой. Хорошо. Я вцепилась Руи-кой, и мы прошли сквозь толпу, оказавшись в первых рядах. После фазировки у меня оказалось странное чувство, будто что-то прошло сквозь тело. Это было не больно, но как-то неестественно.
Как Руйка сказала, Кай и Рю были там. Они стояли друг напротив друга. Рю выглядел самоуверенным, а Кай раздраженным до крайности. Меня посетило дежавю. Ты уверен, что хочешь этого, Кай? Если ты проиграешь, твоя репутация станет еще хуже, чем раньше, хотя куда уж хуже. Заткнись ты, Кисима, я могу уничтожить тебя одним ударом. Ты всегда так говоришь, но никогда не делаешь, боишься? Может, хоть раз сдержишь свое слово? Точно такой же разговор произошел между ними в день нашего знакомства. Да что же между ними такое происходит, что они все время дерутся? Начинайте уже! Парень рядом со мной закричал, заводя толпу. Это не смешно, пусть просто серьезнее, тут просто серьезнее некуда. Ему на крыше вдруг кто-то упадет. Хорошо, сам напросился. Кай нанес удар кулаком, но Рю успел телепортироваться. Физическая сила против телепортера бесполезна. Если бы Кай воспользовался своей способностью, это бы уравняло шансы, но он упрямо не желал показывать ее остальным. А значит, ему и ни за что не победить в этой схватке. Я не могла поддерживать ни одного из них. Пусть Рю был первым, кто отнесся ко мне как к другу в Антаресе, но я не собиралась смотреть, как делают больно моему знакомому. Пусть даже это Кай, ни разу не сказавший мне ни единого хорошего слова. Толпа взревела, когда Рю ударил Кая по лицу, я поняла, кто фаворит публики. Я должна была что-то сделать, я не знала что, но выбора у меня не было. Кай, Рю, прекратите! Мой слабый вскрик утонул в шуме толпы. Рю занес руку для удара, но Кай выставил перед собой ладонь. На нем сомкнулась облачко света, и когда Рю ударил, то отлетел на землю. По толпе прокатился вздох. Рю выругался и поднялся. В первый раз я видел его настолько рассерженным. Все, тебе конец. Ты меня достал. Кай сжал кулак, и силовое поле исчезло. Его лицо помрачнело. Это плохо. Сейчас он делает что-то ужасное, это точно. Кай был безумно зол. Если он потеряет контроль и воспользуется своей способностью, Рю и все остальные окажутся в серьезной опасности. Маринка, сделай же что-нибудь. Она была права, нельзя было стоять и ждать, пока кто-нибудь из них убьет другого. Прекратите! Я побежала к Каю, выставив перед собой руки. Я не хотела этого делать, но они бы все равно не услышали моих криков, так что это был единственный способ. Я слышала мысли людей, оставшихся за спиной. Что она делает? Совсем с ума сошла? Я столкнулась с Каем, и он потерял равновесие. Что? Я думала, что мы упадем на пол. Но этого не случилось. Я недооценила собственные силы, мы упали на заграждение, которое сломалось под нашим весом. Мы падали с крыши. Я закричала, схватив Кая за рубашку и притянув его к себе. Мы летели с высоты 6 этажей. Я думала, что падать с лестницы ужасно. Нет, падать с крыши 100 раз ужасней. Какого черта ты это сделала? Кай перекрикивал свист ветра в ушах. Я не хотела, я пыталась остановить драку, а не покончить жизнь самоубийством. Дура, значит, столкнуть меня с крыши было самым лучшим способом остановить драку? Я не хотела сталкивать тебя с крыши. Кай-кун, мы вот-вот умрем. Ты что, не понимаешь этого? Земля была все ближе и ближе, и шансов выжить не было никаких. Это конец. Но когда до земли оставалось всего ничего, мир исчез в яркой вспышке света. Что это было? Кто-то телепортировался. Чтобы спасти нас? Ответ не требовался. Пара рук обняла нас обоих, когда мы были уже в паре дюймов от земли. Когда мы рухнули на землю, то ушиблись значительно слабее благодаря человеку, спасшему нас. Осознав, что все еще нахожусь на Кае и еще ком-то, я быстро вскочила, потирая ушибленную голову. «Вы там живы?» Кай со стоном сел на землю, и мы видели того, кто оказался в самом низу. «Рю-кун?» «Марин, ты в порядке?» Рю неуверенно встал, немного пошатываясь. Я подскочила, чтобы поддержать его.
Думаю, да, во всяком случае, у меня ничего не болит, а ты? И ты, Кайку? Кай ничего не говорит. Ты в порядке? Тебе не кажется, что ты должна поблагодарить меня? Если бы я тебя не спас, ты был бы уже мертв. Ты должен. Почему я должна прочитала? Короче, что он Каю говорит. Заткнись, Такисима. Черта с два ты услышишь от меня хоть слово благодарности. Кай-кун, постой. Кай убежал, скрывшись за зданием школы. Я не могла этого так оставить. Нужно бежать за ним. Прости, Рюкун, я скоро вернусь. Я развернулась и побежала в направлении, в котором скрылся Кай. Его нигде не было видно, но я была уверена, что он побежал в лес в той стороне, с которой мы вышли к школе, когда я впервые попала в Антарес. Тропинок здесь не было, так что оставалось полагаться на интуицию. Я, задыхаясь, бежала сквозь лес, вертя головой по сторонам. Слышен был только шелест листьев под ногами и звуки насекомых. Этот лес был огромен, я даже не имела понятия, в какую сторону идти. Кайкун, где ты? Как я и предполагала, ответа не последовало. Сколько бы я ни бежала, пейзаж не менялся. Такими темпами легко можно было заблудиться. Но я не могла сдаться, я должна была найти Кая. Я бежала, пока ноги не начали подкашиваться, а школьная форма не пропиталась потом. Кая нигде не было. Почему он убежал? Неужели произошедшее настолько огорчило его, что он не хочет никого видеть? Я перешла на шаг и заметила, что деревья стали реже. Эта часть леса сильно отличалась от той, через которую я прошла. Он, наверное, здесь тренировал свою силу, будто какая-то гигантская машина вырубила все деревья. Здесь что-то произошло, но что это могло быть, я даже не подозревала. Я почему-то испугалась и пошла в обратном направлении. Кай, где же ты? Теперь я знала, что Кай и Рю дерутся только потому, что Рю хочет, чтобы все увидели способность Кая. Чтобы все узнали правду о нем. Я, конечно, сама не знала, что у него за способность. Но я знала, что Кай ни за что не воспользуется ей, чтобы навредить тому, кто ему дорог. Уверена, он устал от этих стычек с Рю и хочет, чтобы они закончились. Я должна найти его, нельзя оставлять Кая в одиночестве, когда ему плохо. Честно говоря, мне не хотелось, чтобы он вообще когда-нибудь снова был одинок. Он достоин большего. Всего через пару минут я поняла, что окончательно заблудилась. Начало смеркаться, и окружающее я уже различала с трудом. Верхушки деревьев так плотно смыкались, что через них ничего не было видно, и я потеряла Академию из вида. Как это случилось? Все не должно было закончиться так. Ау! Я на чем-то подскользнулась, упала на ковер из листьев. Черт, вот дерьмо. Я села, чем-то кругается, и начала вытаскивать листья, забившиеся в туфли. А затем услышала за спиной какое-то движение. Сердце ушло в пятки. Это мог быть медведь или какое-нибудь другое опасное дикое животное. Я обернулась и видела клочок рыжих волос, определенно принадлежащих не зверю. Это Кай. Он не сразу заметил меня, потому что сидел, свернувшись и спрятав голову между колен. Увидев его, я почувствовал облегчение. Нет, даже радость. Кайкун. Я присел рядом, накрыв его руку своей. Он вздрогнул, медленно поднял голову. Казуоки? Спросил Кай, а затем молча поднялся на ноги и отошел на приличное расстояние. Тишина, что повисла между нами, была наполнена различными эмоциями. Я поняла, что он говорит, не собирается, заговорила сама. Я думала, что с тобой случилось что-то ужасное. Ты так внезапно убежала, я не знала, где ты. Я искала тебя, несколько часов я повсюду пыталась тебя найти. Держись от меня подальше. Не приближайся ко мне. Когда он это сказал, мне захотелось отвесить ему пощечину. Снова он за свое, после всего того, через что мы прошли. Когда же он наконец поймет? Или единственный способ достучаться до него, рассказать все на чистоту? Тогда я должна набраться храбрости и сказать ему о своих истинных чувствах. Я не собираюсь держаться от тебя подальше. Можешь повторять это сколько угодно, не имеет значения. Я мотнула головой, пытаясь привести мысли в порядок. Я должна объяснить так, чтобы он понял. Я не знаю, что ты считаешь меня... я знаю, что ты считаешь меня назойливой и глупой, Кай. Но мои чувства к тебе совсем не такие. Не знаю почему,
Но чем сильнее ты меня отталкиваешь, тем сильнее мне хочется быть рядом. Поэтому прости, прости, если ты ненавидишь меня, но хоть ты просишь не приближаться к тебе, я не могу выполнить твою просьбу. Нет, уходи, пожалуйста. Кай медленно попятился, потом развернулся и побежал прочь. Кай, постой, нельзя постоянно убегать. Я легко догнала его, схватила за руку, заставив вздрогнуть. Зачем тебе это? Разве ты не понимаешь, что подвергаешь себя опасности? Зачем жертвовать собой ради такого, как я? Потому что я беспокоюсь о тебе, разве не очевидно? А людей, которые не безразличны, так просто не отпускают. Если бы ты знала, что я наделала, ты бы так не говорила. Тогда расскажи, что ты такого сделал, и я сама решу. Ты действительно хочешь знать? Расскажи уже, не томи. Его голос наполнился бессильной яростью и стал тише. Хорошо, я покажу тебе. Кай потащил меня вглубь леса. Спустя какое-то время я заволновалась. Куда ты меня ведешь? Туда, где проходят мои индивидуальные занятия. Там ты тренируешь свою способность? Он кивнул. Ты занимаешься не в школе? Нет, там нельзя. Он резко остановился, отошел в сторону, освободив обзор. Передо мной снова возникла та часть леса, что я видела раньше. Кай-кун, это сделал ты? Поэтому я не могу заниматься с остальными учениками. Потому что тогда они тоже умрут, как эти деревья, и все здесь. Не находя слов, я смотрела на поваленные деревья перед нами. Их было так много. Такими темпами весь лес уничтожить можно. Вот что происходит, когда я пользуюсь своей способностью. Каждый раз, когда я теряю контроль. Сейчас я в любой момент могу это сделать. Теперь ты понимаешь, приблизишься ко мне, закончишь так же. Поэтому я прошу тебя держаться подальше. Кай-кун. Мое мнение ничуть не изменилось. Пусть ты способен на подобные разрушения. Ты не используешь это во вред людям, поэтому я не боюсь. Черт, возьми, Казуоки. Я так больше не могу. Что? Что ты не можешь? Не могу больше лгать себе и игнорировать свои чувства. Я расскажу тебе. Я так устал от всего. Я всегда старался держать тех, кто мне дорог, подальше от себя, потому что рано или поздно мог навредить им. Я понял, что если буду плохо к тебе относиться, ты начнешь меня ненавидеть. Я хотел этого, хотел, чтобы ты ненавидела меня, Казуоки, потому что я... Он осекся и отвел взгляд. Чем сильнее становились мои чувства, тем упорнее старался оттолкнуть тебя. Мои чувства не имеют значения, просто держись от меня подальше. Я делаю это, чтобы защитить тебя. Сколько я себя помню, у меня была эта способность направлять энергию. Но я никогда не умел полностью контролировать ее, а высвобождение большого количества энергии невероятно опасно. Когда меня переполняют сильные отрицательные эмоции, например, ярость или страх, есть возможность, что уровень энергии выйдет из-под контроля и вызовет массовые разрушения. Кай, такое уже случалось, когда я был маленьким. В младшей школе надо мной постоянно издевались, я был застенчивым, у меня не было друзей. Я держал все в себе и сносил все издевательства с непроницаемым спокойствием. Мое лицо ничего не отражало, я никому не показывал того, что чувствовал на самом деле. Я не хотел, чтобы они знали, что мне больно и неприятно, и молчал. Но когда я приходил домой, я выплескивал свои эмоции, не в силах больше держать их в себе. Так прошло все мое детство. Однако один день был во много раз хуже остальных. Я вернулся. Мама. Привет, Кай-чан. Как прошел день? Милый, что-то случилось? Да, я... Я не могу больше терпеть это, мама. Они каждый день издеваются надо мной, и я не делаю ничего, чтобы остановить их. Но я хочу, чтобы они перестали это все. Как мне остановить их, мам? Кай-чан, иди сюда. Я бросился в объятия матери, как всегда это делал. Она была единственной, кто знал обо всем, что со мной происходило. Только она могла меня утешить. Она никогда не лгала и не говорила, все будет хорошо. Она всегда была честной. Что бы ни произошло в школе, я всегда рядом с тобой, всегда жду твоего возвращения домой.
Так она всегда говорила. Почему? Почему ты говоришь о ней в прошедшем времени, Кайкун? Из-за того, что случилось в тот день. Она обнимала меня и гладила по волосам. А затем я впервые заплакал. Я всегда сдерживал свои эмоции, но в тот день достиг предела и выплеснул их. Выплеснул за один раз всю отрицательную энергию. Не успел я понять, что делаю, как меня окружило мощное энергетическое поле. Кайчан, что ты... Когда я снова взял себя в руки, то открыл глаза и оглянулся. Мама? Мама, где ты? Мама, где ты? Я не понимал, что случилось. До этого момента я не знал о своей способности. Но спустя какое-то время я все-таки понял. Выброс энергии был настолько сильным, что уничтожил все, что было рядом. Абсолютно все. Моя мама, которая обнимала меня и пыталась утешить, была уничтожена силой моей способности. Мамочка, нет. Вернись. От ее тела не осталось ни крови, ни даже горстки пепла. Это было похоже на ядерный взрыв. В том, что ее больше нет, только моя вина. Из-за того, что я не мог контролировать свою силу. Она погибла. Единственный человек, которому я доверил, исчез навсегда по моей... Доверял, исчез навсегда по моей вине. Кай, кто-то узнал, что случилось с твоей мамой? Отец вернулся с работы. Его приборы зафиксировали большой уровень энергии в области нашего дома. Он уже знал, что произошло. Только моя способность, вышедшая из-под контроля, могла спровоцировать такой огромный выброс энергии. Никто, кроме отца, не узнал. Он нашел способ защитить меня. Тело матери было уничтожено бесследно, так что доказательств убийства не было никаких. Отец сказал полиции, что она пропала без вести, и как только они перестали подозревать что-то, изолировал меня от общества. Он забрал меня из школы, и мы переехали в горы подальше от людей. Находиться среди людей было слишком опасно. Даже я знал, что так будет лучше. Мне было невероятно одиноко. Мне было не с кем поговорить, нельзя было заводить друзей. Отец боялся, что я могу им навредить или даже убить. Я днями напролет сидел дома, ничего не делая. Именно поэтому отец решил превратить наш дом в школу, в Антарес. Он считал, что в школе, где учатся такие, как я, смогу завести друзей. Но я не мог себе позволить иметь друзей. Как я мог допустить это, зная о том, что они могут разделить судьбу моей матери? Можешь думать, что я эгоист, ведь я отталкиваю тебя, но на самом деле эгоистично было бы позволить тебе быть рядом. Если я потеряю над собой контроль рядом с тобой. Если я причиню тебе боль своей силой. Я никогда себе этого не прощу. Лучше останусь один. Навсегда. Ты не прав. Что бы ни произошло в прошлом, никто не заслуживает вечного одиночества. То, что случилось с твоей мамой, ужасно. Но Кай, это не твоя вина. Ты был ребенком и не умел контролировать свои силы, поэтому с тобой и происходили страшные вещи. Ты не желал ей зла, она была для тебя самым близким человеком, ведь так? Ты бы никогда не сделал этого, если бы ты мог сдерживать свои силы, поэтому, пожалуйста, не вини себя. Я теперь все поняла. Ты не подпускаешь к себе никого, потому что боишься, что с ними случится то же самое, что и с твоей мамой. Ты не людям не доверяешь, ты не доверяешь самому себе. Когда ты говорил мне, чтобы я не доверяла людям, на самом деле ты хотел сказать, чтобы я не доверяла тебе? Ты боишься того, что можешь сделать, боишься своих собственных способностей. Ты не бессердечный эгоист, Кай, все совсем наоборот. И думаю, я уже давно поняла это. Я знала, что глубоко в душе тебе не хватает любви и внимания. Может быть, поэтому... Может быть, именно поэтому я и полюбила тебя, Кай. Кай молчал, но я почувствовала, как он напрягся. Я всегда чувствовала, что у тебя очень доброе сердце. Ты скрывал это, но я все равно видела. Все, кто говорит, что у тебя нет души, очень ошибаются. Ты отталкиваешь людей ради их собственной безопасности, ценой собственных чувств.
это самый неэгоистичный поступок, который кто-либо может совершить. Казуоки-сан, ты единственная хотела сблизиться со мной. Я так настойчиво отталкиваю тебя, но ты не останавливалась. Вначале я ненавидел тебя за это. Я просто хотел, чтобы ты оставила меня в покое, как и все остальные. Но потом осознал, что ты не такая, как все. Ты искренне хотела подружиться со мной. Это испугало меня. Со мной никогда такого не случалось, и я не знал, как реагировать. Я... Прости меня. Все неприятные вещи, что я говорил тебе. Все это неправда. Я не хочу больше быть одиноким. Ты больше не одинок, Кай. У тебя есть я. Я не хочу навредить тебе, не хочу потерять контроль, когда ты рядом. Однажды это почти случилось. Я знаю. Но нельзя всю жизнь бояться этого. Может, теперь, когда ты больше не одинок, эта отрицательная энергия не будет накапливаться? Разве не это было причиной всего? Ее было так много, что она уничтожала все, когда высвобождалась. Отпусти эти плохие чувства. Замени их счастьем, и тебе больше не придется тревожиться о том, чтобы навредить мне или кому-нибудь другому. Казуоки-сан. Кай обнял меня и крепко прижал к себе. Это было очень приятно, но я не могла не отметить, что он не ответил на мои чувства. Я призналась ему в любви, но он не сказал ничего в ответ. Ну и ладно, я была счастлива уже тем, что могла быть рядом и обнимать его. Если даже мои чувства не взаимны, мы наконец смогли быть друзьями, а это не так уж и мало. Эй, ты действительно не боишься меня? Не боюсь. Совсем-совсем? Совсем-совсем. Спасибо. За это не нужно благодарить. Уже довольно поздно, можешь отвезти меня в общежитие. Если я попробую выбраться сама, обязательно сблужусь. Да. Ой, как он красный. Кай отстранился, посмотрел на меня. Его лицо стремительно заливалось краской. Что случилось? Я опустила взгляд и поняла, что Кай держит меня за руку. Ты не против? Не против. Думаю, держаться вместе безопаснее. В ночном лесу можно ожидать чего угодно. Эх, я держу тебя за руку не по этой причине. А по какой? Какая она дурочка. Неважно, идем. Кай вывел меня из леса и довел до общежития. Думаю, нам обоим было немного неловко после того, что произошло. Но по нему было видно, что он освободился от огромного груза, что нес себе все это время. С этого момента все изменится. Кай сможет быть откровенным в своих чувствах. И продолжим мы с вами в следующей части. Спасибо вам огромное. Пока-пока.